Привет всем. Вот фрезы Целина. Я их уже показывал, обзор делал. Вот маленечко доработка. Значит, они, проблема в них была такая. Во-первых, правая фреза, вот эта, была сварена в другую сторону. Ну, то есть это левая идет винт, скажем так, спираль друг за дружкой от редуктора. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. А это шла наоборот к редуктору, то есть с краю начиналось. И получалось вообще, он прыгает, то есть некоторые тяпки шли одновременно, по две, по три. Потом просвет был, ну, в общем, накосячили, сразу не глянул, пока разобрался. И пришлось все пять штук срезать и вот так вот делать тоже. То есть винт тоже, спираль идет от редуктора к краям. Вот так я их расставил здесь возле редуктора зеркально. И внутренние фрезы, то есть стойки, отрезал заводские и приварил вот такие пошире. То есть ширина 80, здесь 50 у меня получилось. Десятка металл был и заточил. Вот тут вот видно. Заточил, может, не особо сильно, но в принципе нормально. И они пошли ближе к редуктору, вот это расстояние, и он перестал зависать на редукторе. Некоторые предлагают подогнуть стойки к редуктору, но подогнул, все, они пошли гнуться дальше, это понятно. И, соответственно, тут расстояние увеличилось, то есть лучше сделать вот так вот. Ну и сейчас покажу, как. Сейчас покажу, как все это работает. Вот, ну, вроде бы все, что хотел рассказать. Сейчас заводим, едем. Так, держи, товарищ оператор, только не нажми на что-то. Да, в глубину идет, сейчас увидите, ниже оси. Я беру, получается, то есть сантиметров 22-23 в глубину они берут. Люди утверждают, что ниже оси фрезы не идут. Ну, конечно, гораздо медленнее, но если нужно, то идут. Ну вот. Смотрите, какая глубина, но я уже показывал, что вот у нас поле так называемое, вот где редуктор, видите, да?
что гораздо глубже ось идет. То есть кожух практически идет у меня. Вот смотрите, где лапа зарылась. То есть можно пахать низу редуктора, то есть оси редуктора, но, конечно, дольше. Ну и вот так вот потихонечку идут. Вы видели, что на редукторе не виснет все. Это дело разрыхляется. Ну, в общем, как-то так. В общем, переделывайте, ежели что. Ну все, всем удачи, спасибо за просмотр, всем пока.